Господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Вы что-то скрываете. Я ничего не скрываю. Я тебя искал. Скажи, что случилось? Все хорошо. Мы должны идти. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Обещаю. Спасибо. Сюда нельзя. Тоби нужно лечение. Разбудите ее. Тебя ищут. В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Прошу, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Я подожду. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Сделай Она
мертва. Нет! Ты ее убила! Что я могла сделать? Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Что здесь происходит? Что вы скрываете? Это больница. Просто больница. Эрика, милая, ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся, ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Вы лжете. Зачем мне лгать? Я хочу помочь тебе. Только и всего. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Я вам не верю. Ни единому вашему слову. Ты и не обязана. Ты ворвалась сюда с оружием и целишься в меня. Ты готова выстрелить? Боюсь, это уже далеко не впервые. Тебе нужна помощь. Что ты наделала? Я не чокнутая. Ты точно можешь это утверждать. Тебе нужна помощь. Все это только в твоей голове.